Дорогие друзья, если вы не умеете парковаться, Volkswagen Tiguan сделает это за вас. Смотрите, достаточно включить поворотник в ту сторону, где вы хотите припарковаться. Включить кнопку «Ассистент парковки», которая находится возле рычага переключения передач. И достаточно двигаться, то есть он варианты свободного места показывает прямо впереди на приборной панели. Вот мы видим, он нашел место. Останавливаемся, включаем задний ход, отпускаем руль и тихонечко двигаемся. Замечайте, рулевое управление перехватывается, он помогает. Ну, видим, что мы не совсем сразу попадаем. Ничего страшного. То есть останавливаемся. Включаем режим ехать вперед, драйв. Как видите, он начал выруливать сразу же. И сейчас он подскажет, где остановиться. Все. И теперь можно спокойно включить опять задний ход. Тихонечко двигаемся. И уже понимаем, что спокойно мы вмещаемся между автомобилями. Сейчас мы вам продемонстрировали, как паркуются они параллельно, а перпендикулярно. Так, вот здесь останавливаемся. Все достаточно. И как видим, справа и слева у нас примерно одинаковое расстояние, вполне достаточно для открывания дверей. И спокойно, то есть пассажиры также могут выйти что справа, что слева. Все.